Всем здравствуйте! Уже много лет между Татьяной Тарасовой и Ириной Родниной не прекращается вражда. Легенды фигурного катания не упускают возможности уколоть друг друга в публичном пространстве. Татьяна Тарасова когда-то была тренером Ирины Родниной. Под началом Татьяны Анатольевны пара Роднина-Зайцев добилась профессиональных высот, но со временем сотрудничество превратилось во вражду. Две легенды фигурного катания до сих пор не общаются и отпускают лишь колкости в адрес друг друга. Без них не обошлось и в свежем интервью Леониду Слуцкому. Были ли моменты ревности у спортсменов, которая перерастала в обиду? Не знаю. Может, у Родниной только, потому что непонятно, что она затеяла, не разговаривает, не здоровается. Мне это непонятно. Она не тот человек, из-за которого бы я расстраивалась, делилась прославленная наставница. Тарасова также высказалась о коллеге Этери Тутберидзе. Звезда поделилась экспертным мнением, как той удается выпускать чемпионов мирового уровня. Она работает с Глейхенгаузом, Дудаковым. Это непростые люди, они тоже что-то умеют. Этери очень сильная, мне кажется, на меня похожая, говорила Татьяна Анатольевна. У нее есть то, что есть. Тренеры не ждут спортсменок, а их надо ждать 2 года. Как там девочки поправятся, как будут в это время тренироваться, худеть, прыгать. Вот этих 2 лет они не ждут. Это просто факт. Они умеют вот это их плюс, другие не умеют. Думаю, что Тутберидзе будет развиваться дальше, потому что ее команда – не примитивные люди. Они думают, как им развиваться дальше и как с другими девочками быть. И я думаю, что доживу до того, как это увижу. Теплые слова Татьяна Тарасова высказала и в адрес 26-летней Елизаветы Туктамышевой. По словам тренера, упорство фигуристки поразило даже ее. «Лизу мы все очень уважаем, я во всяком случае уважаю, не буду говорить про всех. Я никогда не думала, что она сможет так долго кататься. Не просто кататься, а прогрессировать с каждым годом. Становиться такой интересной, такой понимающей фигурное катание. Я про это не думала, но она стала», — говорила звезда спорта. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.